Всем привет! Добро пожаловать на канал «Неврозы Мегаполиса». Меня зовут Алексей Красиков, и я хочу обратиться к своим зрителям и к своим клиентам, которые прошли либо первый, либо второй, либо третий, четвертый или пятый сезон, или находятся на шестом. Как я вам и обещал, на шестом и пятом сезоне я думал о том, как продолжить вашу терапию, как продолжить ваши изменения. Ни для кого не секрет, что я долго планировал делать разборы кейсов. Так вот, мы придумали, как нам сделать это максимально эффективно и полезно. Сейчас я покажу вам фрагмент, как это технически возможно и как это реализуется. Прежде всего, хочу анонсировать, что мы с 13 ноября делаем новую программу. Она не будет в себя включать базовую информацию о вегетососудистой дистонии, о панических атаках, потому что вы все, скорее всего, это уже знаете. Но она будет состоять исключительно из личных разборов реальных людей в реальном времени. Это не рассказ о кейсе, который когда-то где-то был. Это реальный разбор клиента в реальном времени, анонимно. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Проще говоря, вы увидите за занятие 5 разборов разных случаев. Всего будет 7 занятий по 5 разборов. Вы увидите собственный кейс, вы увидите себя со стороны, вы увидите то, как я разбираю реальных людей, и увидите проблемы, которые привели их к неврозу, вы увидите ошибки, которые они делают, непосредственно не замечая их, приводя себя к вегетативным симптомам, к фобическому удержанию и так далее. Проще говоря, вы увидите ту психотерапию, которую вы видите у нас в реалити, только у нас будет 5 героев каждую программу. Технически это выглядит так. Для тех, кто был на моих сезонах, вы находитесь в программе. Все то же самое, та же самая программа, та же самая комната. Но человек, которого я буду разбирать, звонит мне в скайпе. Вы его не видите. Вы его только слышите, но видите меня и слышите меня. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть технически. Пожалуйста, посмотрите. Сделайте звонок не видео. Сделайте звонок не видео. Позвоните мне кто-нибудь в скайпе, не видеозвонке, пожалуйста. Я хочу кое-что показать просто. Из моих клиентов, кто знает мой скайп. Вот, окей. Мы вот так сделаем. Алло, привет. Алло, ты меня слышишь? Да. Как твои дела? Отлично. Спасибо, что позвонила. Ребята, вы слышите, как мы сейчас разговариваем? Нет, связь немного затормаживается. Дольше идет короче, сигнал дольше. Я понял. Но клиенты в вебинаре слышат. Вот смотрите, у меня к вам вопрос. Если мы вот так будем сейчас, например, разбирать конкретный случай человека, скажем, минут 30-20, а потом я буду его дополнительно корректировать, в группе обсуждать. Вам это интересно? Девушка, как вас зовут, кто позвонил? Елена. Лена, а тебе интересно, если бы я анонимно делал вот такой разбор, 5-6 случаев за занятие, а мы бы потом бы это обсуждали, разбирали бы и как-то вот... Интересно? Нет, мне кажется, это будет долго. Долго по времени. Но... Если только несколько случаев. Но несколько случаев. У нас занятие может быть просто 2,5 часа, и мы 5 случаев можем разобрать в 5 кейсов. Вот так вот анонимно, но ты слышишь 5 анонимно человек, то есть вас не видно. Я думаю, что в любом случае там совпадут случаи у многих. Да. И будет полезно. Да. Спасибо тебе большое, клади трубочку. Спасибо. Окей. Вот так технически это будет происходить. Я убежден, что это будет максимально эффективно и даст новый толчок и новый прогресс к вашему осознанию и вашему пониманию, что происходит, что надо делать и в чем ваши ошибки. Если вы справились с вегетатикой, вы ее уже не боитесь, у вас нет панических атак, но у вас все равно есть затыки либо в когнитивной терапии, либо в целом в терапии неврозов. Вы увидите десятки кейсов,
вы услышите алгоритм разбора и исправления ошибок реальных людей. Я приглашаю всех своих участников всех 6 сезонов на этот курс. Он начинается с 13 числа. Мы будем заниматься 2 дня в неделю. По вторникам и средам в 8:00, как обычно. 2,5 часа, 5 разборов. Нюансы такие. Если сейчас есть ребята, которые не могут смотреть онлайн, не игнорируйте этот курс. Потому что даже слушая разборы, а вы будете получать копии все точно так же, вы увидите офигенный терапевтический результат. Вы не останетесь равнодушным никто. Стоимость этого курса меньше, чем базовый курс. Стоимость 4500 за весь курс, включая копии. Поэтому, если вы даже не будете принимать участие, вы увидите, как групповая форма разбора откликается практически в каждом случае. Помните Софию, помните Юлю, помните Людмилу и много кейсов, которые откликались в вас. Таких кейсов будет несколько десятков. И вы увидите, как вы сделаете рывок и прогресс. Увидимся с вами 13 числа на новой программе «Разборы кейсов». До встречи! Пока.